Приветствую вас! Один из зрителей задал мне такой вопрос. А как правильно и удачно выбрать себе жену? Знаете, если кто-то это знал, он вам никогда про это не рассказал. А я вам расскажу литературный рассказик. Вообще-то это анонс литературного рассказика, который со временем вы сможете посмотреть, послушать, ну и, соответственно, писать комментарии. Называться этот рассказик будет «А стоило ли жениться?». Сразу напоминаю, это литературный рассказик. Он, конечно, имеет фабулу реальную, абсолютно реальную. И чтобы вы поняли, что это за реальная фабула, несу ясность. В детстве мне были друзья как бы двора. Ну, понятное дело, всегда общаешься с какими-то одногодками, с кем-то дружишь, с кем-то не очень. И вот мне был такой знакомый. Я не скажу, что мы были закадычными друзьями, но друзьями фактически были. Ну, во всяком случае, я к нему в гости ходил без приглашения, он ко мне ходил. Так что я его очень, ну как бы, и его семью хорошо знал. У него был, ну почему был, сейчас есть старший брат. Но вы знаете, как старший-младший братья? Догадаетесь. Тем более, он был старше на 5 лет, а в этом возрасте, ну, знаете, в детском возрасте каждый год имеет значение. По этой причине на нас он смотрел, как на малышню, типа. А мы на него смотрели, ну, как на взрослого, потому что 5 лет разница. Была еще младшая сестра. Ох, это занос. Наша называется, вот, боже, дойдут руки, я про нее тоже сделаю рассказик. А этот рассказик именно про его старшего брата. Ну, понятное дело, это литературный рассказик. По этой причине поменяли имена, место событий сдвинули. Ну и, как вы сами понимаете, литературная обработка имеет место. Но я все-таки вам рекомендую его посмотреть, послушать, сделать выводы, ну и написать комментарий. Итак, слушайте, смотрите. Литературный рассказик «А стоило ли жениться?».